Только в начале этого года в Брянской области зарегистрировано уже 112 пожаров, 59 из которых произошли в жилом секторе. По статистике, именно в зимний период число пожаров увеличивается в 2, а иногда и в 3 раза. Зимой пожары в основном происходят в частных жилых домах. В этом году в Брянске зарегистрирован уже 21 такой случай. Погибло 11 человек, 4 травмированы. В большинстве случаев причиной пожара стало курение в постели. Сотрудники МЧС обратили внимание брянцев и на состояние электрической проводки. Один из самых опасных факторов риска – перегрузка электросетей. Сотрудники спасательного ведомства напоминают жильцам не включать одновременно в одну розетку несколько мощных электроприборов. Большую опасность несут в себе электронагреватели. Главная ошибка, которая часто ведет к фатальному исходу – использование устройств не заводского, а кустарного производства. Делать это категорически запрещено. В зимний период мы настоятельно рекомендуем и просим соблюдать требования пожарной безопасности. За нарушение требований пожарной безопасности предусматривается административная ответственность. Если человек раскаивается первый раз, то это от предупреждения до... И далее, если кто-то уже повторно или дальше, до административного штрафа, до 4000 рублей на граждан. Сотрудники МЧС раздали брянцам памятки по пожарной безопасности. В них указаны правильный алгоритм действий при пожаре, номера экстренных служб и требования пожарной безопасности. Дмитрий Газин при содействии пресс-службы МЧС России по Брянской области.